Вот, сами убедитесь. Ни холодный, ни горячий. Это с пятницы у нас такая проблема. По словам жильцов, сначала напор воды в трубах ослабел, затем краны пересохли совсем. Зато во дворе дома из-под земли забил настоящий фонтан. Соседка вчера у нас из 14-й квартиры черпала. А для чего? Для туалета смывать-то нечем. Мы позвонили, нам сказали, на первых этажах у вас бежит, пожалуйста, у них берите. Но не все же пускают. Сейчас поставили счетчики, люди берегут свою копейку. Им наплевать на нас. Кто пускает, тот пускает. Но не будешь же к одному человеку ходить целый день. Такая ситуация в двух многоквартирных домах, расположенных на улице Нефтяников. Подвоз воды к зданиям не осуществляется. Люди говорят, что уже устали ждать, когда же начнется ремонт. Приезжали не раз. Очень разные, видать, организации. Смотрели, все руками разводят и уезжают. Ну, вот и поныне там, как говорится. В районной администрации говорят, причина задержки ремонта – бумажная волокита. Сейчас идет процесс передачи сетей. Как только документ согласуют во всех инстанциях, аварию устранят. Сеть – муниципальная собственность. На сегодняшний день документы о ее передаче Первого водоканала готовы. И, соответственно, Первый водоканал в течение суток должны будут устранить аварийную ситуацию. Елена Иговцева, Александр Хробостов, телевизионная служба новостей.